Что-то хорошо спится. Так, друзья, потом как-то мне Моисей передал на днях вот такую посылочку. То есть эта история этой посылки заключается в том, что некая одна бабушка смотрит канал «Клевая рыбалка», и вот она пришла в эту компанию, купила для меня блесенку, но так как адреса моего не знает, сказала, чтобы Моисей передал ее мне. И вот Моисей мне ее передал. Тут даже были, есть записки. Давайте сейчас почитаем. Эту бабушку зовут Слава. Прошу поблагодарить магазин «Урус» за помощь в доставке блесны. Мама является вашим фанатом, смотрит все выпуски, не пропуская. Девочки из РУ помогли найти ваш адрес и направить вам ее подарок. Динбара, дочь Динбара. Айрис. Вот. От Динбара. Ну, спасибо. Вам тоже здоровья, не болеть. Ваша блесна получена адресатом. Так, вот она. Вот такая вот блесенка, тоже серебряная. Тоже УРУ. Вот. Сейчас мы эту блесну испытаем. То есть, сейчас я ее поставлю на маленькую эту. И вот там окуньки плавают маленькие. Наверное, сейчас их возьмем. Окуневичи. Вот они. Кириллина Динаида Егоровна отправила. О, волна пришла от нее. Ага. Вон щука стоит. Вон, вот, смотри, смотри. Вот он. Ага. Вот видишь? Вижу. Опа, есть. Нет, промахнулся. Промахнулся маленько. Сейчас эх, попадет. Опа, есть. Иди сюда. Я сошла. Сошла, да? Сошла, ага. Фу. Я переживал за блесну. Серебряная же все-таки. Все, теперь кино не будет. Так, после неудачи в палатке я вышел к Антону. Антон ищет рыбу. В поисках рыбы. Вон он сидит. Там подготовил одну лунку, пробурил. Сейчас пойду попробую серебряной блесной поблеснить. Вот. Ну и так, с собой несколько блесен взял. И удочку. Щука, голова щуки, которая шилова. Чё, привет чё-нибудь? Нет, говорит. Ну, это неудивительно. Что-то рыба не питается совершенно. И зубов нет, чтобы питаться. Такая вот глубина получилась у меня. Не знаю, будет что-нибудь видно, нет.
Здоровая блесна серебряная от компании Уру с логотипом «Клевая рыбалка». Антон у нас сидит простой блесной, ничего не ловит, а я серебряный, ничего не буду ловить. У меня золотая. Антон золотой вообще, он, оказывается, ювелир же сам. Золото, смотрите, сколько на что себе блесну сделал. 750-й пробы. Что, реально, что ли? Ну. Давай, 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 давай. Я же говорил тебе, крючок маленький. Да ну нафиг! Я же тебе говорил, крючок маленький. Не слушаешь? О-о-о! Да тут крокодил на. Все это разогнулся. Крючок. Ну а что ты ее силой насилуешь-то? Блесна хорошая. О, ёлкина! Что там? Зацеп, оказывается, есть, ёлка, опасно. Опасно. У тебя блесна есть? Там, в палатке. А, у меня тут есть блесна своя. Так, серебряную блесну пока не будем рисковать. Так, пока пусть на вас стоит камера. Оу. Там есть ничего, у меня блесна есть, коробочки. Я на трофея. А? Я на крокодила только. Опа! Опа! Антон! Здоровый трофей. Опа! Есть! Смотри! Жара пошла, жара, второй к ряду! Попаду я все-таки в твое кино. Поймал, да, окуня? Двух здоровых подряд. Окушков? Какой окушки? Трофейные. Это окушок же. Ты поймай такого сначала. На все три крючка нахрен насадился собака.
Опа! Есть! Есть! Есть крокодил! Есть! Есть! Давай, давай, давай! О! О! Я же говорил, я поймаю своего трофея. Черная. Крючка нету. Открывай. Пятерик. Больше пятерик. Пятерик, точно. Кар. Во. Мама, Андрей. Да, братан, я тебя долго ждал. Еще больше будет. Не, это не пятерик. За 6 явный. У Антона там есть этот отцеп. Я вам пасть зажал. Все. Души. Все, вытащил. Открывай. Не, он зубастый. Слава. А, ну некоторые зубами бывают. А, только по краям зубы. О! Красавец! Есть телефон, да? Не. Заселфиться с ним надо. А? Заселфиться с ним надо. А есть телефон? Ага. Есть. Ребята, на третий день дождался своего трофея. Шукенцы. Огромный, как моя харя. Чем его глушить, блядь, теперь? Итак, дорогие друзья, пока я ходил бурился, Мерлан здесь уже поймал свой трофей. Вот. Сколько килограмм даешь? Больше 5 точно. Да, больше 5, говорят. Ну что, ты доволен, поймал свой трофей, все? Конечно. Личный рекорд обновлен. Вот. Посмотрите, это на третий день получается, да? Uh-huh. Ну, вообще-то так-то, ну ближе к 5, наверное, но за 5 точно здесь. Ну 5, может, 5 с чем-то, не знаю. Надо взвешивать, точно ничего не можем сказать, поэтому... Скоро пойдем в палатку, взвесим и узнаем точную цифру. Ну это всяко мой рекорд. Всяко, да? Вот. Ну вот, я сейчас там вот пробурился, в ту сторону. Антон вот здесь сидит со своим окушком. Там пробовал, говорит, там глубже, чем здесь, говорит. То есть тут свал такой идет и под обрывом вот так уходит туда. Мы в те дни уже там пробовали, везде все исшарили. Сейчас сюда добрались. И потихоньку движемся в ту сторону. Посмотрите, сколько снега. Тут, наверное, больше полуметра. Да, наверное, полуметра снега перекопали. Да. И сколько метров льда перебурено. Че, взвешиваем, да? Взвешиваем. Так, Мерлан сейчас будет прям в палатке взвешивать. Ну что, поймали что-нибудь потом, после меня или нет? Вообще ничего нет. Резко установилось. Так, обнуляем килограммы. Держи. Слышь? Оп. Больше 5. Я бы... 4700. А, да? Да, держи. 4700. Ну какие годы еще. О-о-о. 4700. Цель? До цели осталось 300 грамм. 270 грамм. До цели 300 грамм не хватит.
Ну еще не вечер. Сейчас еще поешь, подкрепишься, сходишь, новую лунку пробуришь. На вечернем клюве попытаемся отыграться. 4700, да? Да, надо в другом месте буриться. Еще одну дырку пробурил. Не, ну понятно, я имею в виду, уже оттуда отходить надо, в другом вообще месте. Не там вот тереться, да, вот где-то в другом месте искать вообще. Ну что, Мирлан, как рыбалка? Отлично. После обеда. Отлично. Это уже трех поймал, да, вот? Трофейный. Здесь, да? Грамм на 700. Ага. И вон еще лежит, да? Да, вот специально большим блесню, чтобы мелочь не дергала. А так вот эту сейчас опущу, я тут кучу наловлю. Да? Окунь стоит тут. Да ты что? Ага. Все время эту теребонкает. Трофея. А, давай, удачи. Че, бурда, бурда. Устал, что ли? Я же не устаю стоять. Бури тогда мне. Бури, бури давай, я жду. А, не, я так не люблю в чужих. А? Чужие лунки не люблю копать. Вот он пробурился, глубина стоит 7 метров, толщина. Зачем-то бур весь засунул туда. От снега. Ну, у тебя же черпак же есть. Же. Бух. От снега. Промыл. Трофей. Маман, смотри какой. Трофей не охуняли. А у тебя что? Давай глубину здесь. Там не видел, да. Видела, а? Хороший лежит. Трофей. Вот он все щуку пытается поймать большую. Но. На поводок, я смотрю, у тебя сразу вот порвется флюрокарбоновый. Она его прокусывает. Так, сегодня у нас завершающий день рыбалки, полдня, то есть. Я вчера уезжал, ребята оставались одни, неплохо порыбачили. Расскажите, что поймали на камеру, чего, сколько и где. Охуня, ловились на мормышку. Шуги нажали лицо. Но с утра вчера Антон выудил где-то щуку. Где-то там 5,5-6. Рыбалка продолжается. Эй, какой окунь. Еще, да? Вот так. Почти килограмм. Потом буду вешать. Скажу. Еще вот их. Вот. Размер ботинка 44-й и окунь. 6, наверное, есть по-любому. А самый крупный сколько потянет? Ну вот это, ну, крупный. А, Антона?
Четвертый день рыбалки. Время 10 утра. Мы за 4 дня, за 3 полных дня вот эту курию всю издырявили. Вот она, наши следы. И со вчерашнего дня клёв более-менее выровнялся. Пока я одевался, жарницу готовил. Антоха, смотрите, какого мамандрия вытащил. Ого, вообще. Сколько он весит-то. Килограмм 6 точно. Вон бревно какое, а. Вон, да. Вдалеке палатка осталась. Вот это настоящая торговая рыбалка. Мы ищем трофейные экземпляры. 70 сантиметров снега. Дальше, чтобы добраться, надо выкопать столько снега. Слава сейчас копает. А, Антон. Я сейчас выкопал, буду бориться. Лед еще 1,20 м или 1,5 м. А, вот еще одного крокодила только что выловил. Блин, да я упущу. Килограмм больше 5 точно. Утром жерлицу поставил. Сейчас пришел, сработал. Всю леску размотал. Короче. Потом два раза обрывала жерлицу. Один раз, может быть, крутой там экземпляр шатела, второй раз некачественный. Снасть, карабин порвался. Ну там китайский был. В поисках трофейной щуки продолжается. Так, мы до 5 за палаткой. Так, получается, вверх по течению сидели. Сейчас немножко спустились вниз по течению. Тут целина еще. Будем проверять. На вон до той косы. Так, рыбу нашли. Но мы ищем трофеи. Щуку за 10. Пятерка, шестерка, семерка есть сегодня. Да, Антон? Так, копаемся, буримся, копаемся, блесним, ищем, ищем. Скоро найдем. Крайний день рыбалки подходит к концу. Солнце садится. Иду проверять жерлицы. Где жерлицы днем? Час назад он поставил. Сегодня рыба только на жерлице идет. Никто не хочет брать. Все, буду смотреть. Так. Одна жерлица сработала. Леска полностью смотана. Твою мать! Сука. Ну все. Как видите, карабин не выдержал. Оторвался. Пойду. Вторая. А вторая не сработала. Целый день с ней кидали, да. Угу. А потом в основном искали шику трофейные. Копали, копали, искали, копали, искали, копали. На той стороне берега, вот ветер как будто так дует, весь снег туда припечатывает.
На этой стороне 30 сантиметров, а там 70-80. Угу. Сюда прохладно будет. Че, где твоя щука, которую вчера поймал? А? Вот она. Сколько тут килограммов в день? 5,5-6. Наверное. 5. Нет, здесь больше. Больше 6, да. А какой-то легкий стал. Вчера, блин, когда сырая была. Вроде. Вот у нее еще боляшка была тут. Они друг друга. Да. Смотри. Рост. На, длина. Почти одинаково, иди. Ну. Этот ходу. Этот мужской, тот, да. Это икристый, да? Ну. Это без икры, значит. Угу. Так, а мы тоже идем с ребятами на рыбалочку. Мирлан что-то там уже говорит, сделал. Сегодня буду рыбачить на серебряную блесну от компании Уру. Данные блесна есть на сайте клеворыбалка.рф. Она не уменьшилась в диаметре? Не, сверху только. Собака. Кто-то клевает. Хороший щупак. Серебро работает. Серебро работает. Антон смеется там. Щука. Щука, друзья. Щука, щука, щука. Вот что блесна творит-то серебряная, а? Серебряная блесна в деле. Что-то ребята не могут ничего поймать, говорят, не ловится. У нас ловится. Блесна, клевая рыбалка. Так, вот посмотрите, нижний ряд зубов отсутствует практически. То есть щука еще зубы не сменила свои. Так, ну по всей видимости мы попали в такой период времени, когда щуки идет смена зубов.
из-за этого она плохо ловится. Ребята ходят по своим старым лункам, потому что вот эта вода, которая вышла из лунок, она заполнила все, и под снегом лежит уже вот такой слой воды. А то, что было почищено, вот, то прихватилось, замерзло за ночь. Вот. И вот такой вот лед всего замерз за ночь. Поэтому старые лунки разбуривают и по ним ходят. Жена, гладь рубашку. Новая баба появилась. Деревня новая появилась. Праздничный обед. Ну все, дорогие друзья, сейчас мы уезжаем. Обедаем, вещи собираем и уезжаем. Какая получилась рыбалка, такая получилась. Может быть, рыба, у рыбы не клевые дни, зубы растут. Вот, поэтому такая вот получилась рыбалка. Ну, извиняйте, если что. Ну вот, дорогие друзья, мы подъехали к поселку. Ребята идут вон там, сзади вон. Я их высадил на торосах, чтобы они прошлись пешком. Потому что для снегохода тяжело. Приехали втроем. 50 километров. Вот такая вот у нас была рыбалка. Поэтому пишите ваши комментарии, делитесь с друзьями. Подписывайтесь. Всем пока!